вопросы влияния на мировую политику для таких держав, как там, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, конечно, являются ключевыми. Вообще, собственно говоря, шаги на внешнеполитической арене являются, ну, одними из самых показательных для оценки вообще мощи, солидности государства. Это всем известно и всегда так было. На это работает вся государственная экономика, вся военная машина, все специальные службы, все общество, политические структуры. Ну и можно дальше продолжать этот список. Конечно, говорить о том, что на этом участке будет борьба, конечно, будет. Она будет всегда, она всегда была, и, конечно, она происходит сейчас. Тем более, я повторюсь, между такими титанами, которыми являются Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки. Да, сегодня Ливия — это один из, ну не знаю, скажем, камней преткновения на этом фоне. Какие обязательства? Я думаю, что если Российская Федерация на себя брала какие-то обязательства, они будут, безусловно, выполнены. Но ситуация меняется. Надо смотреть, чтобы они не шли вразрез с соответствующими нормативно-правовыми актами, в том числе межгосударственными соглашениями. Но я еще раз хочу сказать, немножко не моя компетенция. Я не готов вам детально пояснить, что происходит на этой арене.